Давно хотел сказать, что отдыхать с лопатой буду на огороде я. Отдыхать с лопатой на огороде буду я. Когда не стреляет, Кристиночка? Кроме соседки болтает. Отдыхает Максим с лопатой на огороде. Все возле него. Комбайн там, все. Комбайнер. Да. И вот выходит Кристина, на межу. И увидела там маленькая такая точка с лопатой. Вы, наверное, договорились с ними шариками специально поставляете, да? Не-не-не, я же не вижу, что тут. Не те, которые надо, я вот тут думаю. Ну так я же чего, не хочу. И вот, значит, она смотрит вот там вот на той фазенде. Максим, далеко-далеко? На нашу. Да, конечно. Он же не будет на чужой копать. Он же с соседкой болтает. Это она вышла и кричит. Максим! Любимый! Дорогой мой! Это мой! Ой, такое эхо! Он увидел, что его зовет любимая, взял лопатку и очень быстренько прибежал за полчасика. Вот. И он только прибегает, говорит, что любимая? Она говорит, знай. Можно? Мне уже надоело такие штуки, просто сейчас. Скажи, Кристина, готовить обед буду я. Иди домой! Готовить обед буду я. Какая красота. Подожди, сначала розочку передай, а потом это. Готовит Кристина обед. Картошечка в мундире. Селедочка. Ну как положено. А короче. Селедочку готовит, да. Но серьезно? Не проблема. Нет. Особенно, да? С уксусом, да? И пока вот это Максим докопал. Пока он облизывает соседки пальчик. Пока Максим докопал. Приходит уже все на столе. Пока докопал картошку, обрезал соседки пальчик. Приходит уже все на столе. Картошечка, лучок. Бутылочка стоит. Ну все как положено, в лучших домах. Максим так подумал, посмотрел на все, и говорит, умница моя, родная моя, любимая, знай что, футбол буду смотреть я. Футбол буду смотреть я. Макс, и я. И он, точнее. Значит, смотрит Максим футбол. 2-0, наши выигрывают. Все нормально. И тут подходит Кристина. Ты такая умница. Подожди. Подходит Кристина. Знаешь что, дорогой? Он говорит, подожди, дай футбол посмотреть. Говорит, ну дорогой, подожди. Да нет, пожалуйста. Досмотришь футбол, хорошо. Максим досмотрел футбол, наши проиграли 3-2. Он говорит, вот елки-палки. А было 2-0, да, 3-2 проиграли. Вот 3. Молодой человек, вы заработали хороший приз. Давайте. Да без проблем.